друзья, и снова Венгрия. И едем мы не автострадой и не автопаном, не какой-то, а вот такая проселочная дорога. И вы знаете, мне нравится. То есть я все больше как-то вот, ну, насчет дорог между городами, даже поселом, вы знаете, доволен. Доволен я ими вообще. Вот. Получается, параллельно вот с левой стороны у нас там автобан, но съезд был закрытый, и получается, ехать надо было мне туда еще километров 12 в одну сторону, потом там пока съехал, и вот возвращаюсь я по такой дороге. И едем мы на завод Mercedes, вот, на выгрузку. Это где-то в километрах 80-90, где-то вот от Будапешта в сторону Украины, вот так вот, по М5. А городочек называется, сейчас скажу вам, Кечкемет. Кечкемет, вот так. Такие делишки. Но мы въезжать там практически мы не будем, этот городочек. Как бы зона индустрии. Солнечные панели. Молодцы. Ну, доволен дорогой. То ли, может, завод для себя сделал, хотя, ну, вряд ли, наверное. Ну, классная и ровненькая вообще, идеальная дорога. Готовьтесь через 800 метров пересечь дорогу с круговым движением. Смотрим переезд. Ну ничего, такой переезд нормально еще. Относительно нормальный. Ну и слева вот завод во всей красе. Грузовиков прямо заезд. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Уже нормально, уже можно рвать. Вот. Попробуем туда заехать. Знаю, как получится заснять что-то, но хотя вряд ли будет, если будет какой-то значочек, что съемка запрещена, конечно, я выключу камеру. Готовьтесь через 800 метров пересечь дорогу с круговым движением. Так, кукурузка и подсолнух. Семки. Грузовики прямо, да. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя первый съезд. Вы знаете, вижу, то есть везу 12 палет таких, и каждая где-то по 800 килограмм, биг бэки такие на палетке. Ну и в них, не знаю, какой-то порошок черный какой-то, я не... Что оно, к чему, может быть какие-то вот термопласт, какие-то вот, может
добавка какой-то краситель к чему-то, может, знаете, как черная пластмасса, там, вот, когда там панель какая-то или еще какие-то вот. Вот в таких местах заводы ставлю, там, где токсичность такая вот, чтобы у себя там немцы не дышали этой чепухой. Вот. Они стараются вот это подальше где-нибудь такое выстроить. Хотя очистка, фильтра, все это, да, это на высшем уровне. Через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя третий съезд. Ну и рабочая сила, в принципе, местная затрудняется, то есть... Используйте третий съезд. И налоги здесь же как бы платятся и вообще, в принципе, так вот. А вот почему закрытый съезд. Ага, вот так вот. Что не получилось у меня заехать. Готовьтесь через 750 метров въехать на дорогу с круговым движением. Это такая старая дорога, видите, а слева вот классную дорогу делают. Бетон, потом сверху асфальт, один слоем асфальт, потом второй слой асфальта. Вот такая вот усиленная, потому как, наверное, здесь будет ехать тяжеловесы из расчета того, да? Налево, вообще-то мне. Через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя третий съезд. Третий съезд. Как к нему попасть? Используйте третий съезд. Ну и что? Очуметь. А, вот, по-моему, здесь. Или Мерседес. Я не пойму даже, куда ехать. Ладно, сейчас разберемся. Перепроложить. Проедьте 1 километр. Меня разворачивает назад, так я не знаю, как опять здесь. То есть, вернее, туда доедем и разворачиваемся так. А здесь же закрыто все. Вот такие вот казусы, друзья. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Как говорится, кружим-кружим и... А куда заехать, я не знаю. По полю же не поедешь? Ладно, друзья, пока отключаюсь, потому как голова кипит чуть-чуть. Друзья, в принципе, завод нашел, вот он с левой стороны. Вот, но тут, получается, меня не выгрузят. А надо ехать чуть дальше, где-то в другое место. Вот. Ну что, слева грузят всякими такими вот, там, бамперами, такая вот, ну, короче, пластиковая продукция вся. Ну и дальше вот, я думал, здесь комплектующие какие-то собирают. А ничего. Везут машинки отсюда, Ешки, Цешки там, вот смотрю, автовозы там. Вот так вот. И навигация, ну реально, именно вот та, что Google сейчас и в навигацию включил, нормально она ведет. Она видит эту дорогу, все, ну, через спутник понятно. А вот и на iGo, которой я и пользуюсь сейчас, она потерялась вообще, она по полю просто едет реально. Вот, так что надо обновлять карты. Хотя, видите, вот проложены вот такие дорожки. Но это временно, мне кажется, будет. Ну как временно? Да нет, освещение, вот смотрите, нормально это будет. Вот. Ну, в
вкладывая деньги, наверное, вот эти все доезды, подъезды, это все тоже инвестиции. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Так, я не знаю, наверное, поедем прямо. Там знак, наверное, какой-то 7,5 тонн. Вот, 7,5 тонн. Короче, поедем так, да, под знак. Ну а что делать? Поверните налево. Кроме доставок. Написано 7,5 тонн, но кроме доставок. Это хорошо. Пропустим таких маленьких. Вот этот прямо где-то, вот здесь на территории, на вот, ну, завод какой-то или правильно, я не знаю. Короче, туда едем. Где-то там. Проедьте 1,4 километра. Да, вот такие вот проблемы, как говорится. Ну как проблема? Ну не проблема, ну это все в первый раз. Пока разузнаешь, пока делаю все. Следующий раз это будет уже веселее. Ну, поедем, наверное, по окружной, наверное, по объездной вот такой вот. Потому как это моя. Ой, вернее, готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Вот. Вот Google сюда сворачивает меня, но он же не думает, что я, то есть он думает, что я на легковой машинке и буду ехать вот там кущами такими, а я же на большой. Вот, ее перепроложила. Ну и вот сам городочек уже, такой вот, как он, кемет какой-то. Камет. Через 100 метров поверните направо. Налево вообще 5 тонн грузовиком, да, а справа просто грузовики закрыты. Мы поедем направо. Конечно, крутой. Ладно, подождем пока. Друзья, ну, в принципе, благополучно выгрузился, пока нашел фирму, пока узнал, пока все такое. Все в порядке. И сейчас выезжаем с этого городочка, но нам налево надо, ну, и навигация ведет там как бы это самое. Как бы это. А мы едем сейчас прямо под знак, потому что там по магистрали закрытый съезд и влево и вправо, а нам нужно пересекать ту дорогу. Готовьтесь к правому повороту через 500 метров. Вот ты взялся, велосипедист, блин, такой, ну. Ну ладно, ему надо тоже ехать. Сам, в принципе, такой же. Хотя ему можно вон там дальше ехать по дорожке, ну ладно. Я в том плане, чтобы сейчас навигация меня не пускает, но мне надо проехать буквально тут несколько метров и налево. Если же там проезд все-таки есть, это хороший, то нормально все, пройдем.
А если же нет, то... Ой, с этими ремонтами, конечно, завал. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Направо. И этот крутит педали. Я бы, конечно, чуть-чуть бы даванул бы. Ну, видите, грузовым запрещено, кроме доставок. Ну. Перепроложить? Как-то вот так. Не знаю, навигация ругается опять. Готовьтесь к левому повороту. Через не хочет меня всячески туда пускать и навести. Так, ну сейчас, наверное, может, обгоним его. Я думаю, специально таких знаков наставили, потому что, ну да, Mercedes и навигация как бы ведет, грузовых потоков очень много, и специально мне сделали, чтобы их уводило в сторону, вот так вот. Ну, видите, используйте второй поворот налево. Я не знаю сейчас, если там будет съезд... На следующем повороте поверните налево. Съезд закрыт, то будет, конечно... Немного туговато. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. Кузовым нельзя закрыто, а я еду прямо, видите. Перепроложить. Кругом под знаки. Кроме доставок. Так. Ну и вот там он, где грузовичок поехал, там надо будет налево мне сделать, конечно. На следующем повороте поверните направо. На следующем. Ой, жарко как-то. Да, клима опять то работает, то не работает. Вроде же и холодит, потом, ну, это плохо, когда, да, вот перепад такой, и она морозит мне, в принципе, температура. И опять сейчас не работает, я просто обтекаю потом. Тяжеловато, конечно, да, в жару выносить. Но открыть окна, ну, не знаю. Ну, да, ветерок, в принципе, есть. Видите, колышет деревья усаженные. Ну. По идее, надо вот это Volvo это пропустить, конечно, но... Потерпит. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. А навигация направо все-таки, ну, не хочет, ну, никак. Ладно, пока ждем красный. Так, ну что, поехали. Ну, вроде грузовики ходят, то есть... Наконец-то она перепроложила. А чё, я не знаю. Ну, видите, здесь и дорога такая вот на... 0,7 километра. Выдавлена такая, видите, вот именно... Ну, как вот... Как шифер, да, вот, ну, колесиками, в принципе. Ну, а теперь главное, когда будем мы пересекать М5, чтобы не было там каких... Чтобы не было каких-либо там казусов. Ну, вроде ж, пока вот знаков здесь никаких нет, да, что там что-то закрыто. Возможно, выезд или въезд на магистрали не работает, а у нас съезд оттуда у вас магистрали. Вот он не работает. Ну что, вот смотрю, машинки какие-то. Вот гольфик 2990, да, форинтов. Там вот, ну, старенькие, да, 550-600 форинтов. Курс я не знаю, то есть 660 тысяч вот именно, то есть 2 миллиона там 600 кадик стоит. Да что ж ты, тебе надо. Ну так же едем же, ё-моё.
эти местные какие-то, вот это Дувинбек, которая поехала машинка, да? Кстати, это, они как раз и обслуживают и этот завод, Мерседес, и даже их впускают на территорию. Готовьтесь через 800 метров выполнить разворот на дороге с круговым движением. Какой круг? Разворот. Разворот. Значит, без всякой регистрации, без ничего. То есть подъезжает, охрана запускает. Меня же не пустили, пока пошел в офис, пока разобрались, что почем. Вот видите, как это, оказывается, у меня там гранулянт какой-то, то есть, ну, какая-то, не знаю, добавка к чему-то. Я не, абсолютно даже без всякого, без всякой мысли. Вот, ну, на другом месте выгрузились. Ну, а там разберутся. Главное, у меня документы все оформлены, то есть печати поставлены, подписи, что приняли, и все. Дальше пускай сами разбираются, развозят, либо везут, ну, куда там нет. Я свою доставку сделал, то, что от меня зависит. Ну, смотрим, вот указатель, да, ничего ж вроде закрытого нету, да. Вот, мне как раз надо по 52-й дороге ехать прямо. Через кольцо и прямо. Что-то меня навигация ведет назад. Почему? Ну я не знаю. Ну выкручивает. Нравится там ей, я не пойму, выполните, в чем проблема. Выполните разворот на дороге с круговым движением, съедьте, используя четвертый съезд. Ну вот такие казусы бывают, ну видите как. Блин, тяжеловато, что-то видите, сейчас все съезжают, выезжают, и кольцо, чтоб освободилось, ну тяжко, да, и... Но с другой стороны, мне кажется, кольца даже веселее, нежели перекрестки, потому как начинается тут главное, тут второстепенное, тут еще, а еще светофоры такие вот, которые заторчики. Здесь же, вот нету там машинки, вот сворачивают направо. Все. Кстати, можно было по крайнему ряду ехать почему-то. Как они сюда поворачивают. Тут же съезд был закрытый. Интересно. Ну ладно, друзья. Едем далее.